Ой, за время. И бью, и отрёшь. Джирс поставил там реги, кому надо, и починиться. Так что, получается, мы теперь можем байеров на Алару брать, да? Раз мы 24 убил. Ну, мы уже не первый раз так делаем. Боюсь, мы всегда. Мы ни разу вроде не убили в 25 тел. Не-не, коват было. Вали. Так убили только раза 3, наверное. Ну, видишь, счастливое число 24, что тут поделать. Видосы есть, как убивали 25. Ты мех попросил, я скинул в банк. Я смотрю, там в чате гильдии так мне хотят КП начислить. Ага. Чё я там, на замену, да? Да, на этого босса, скорее всего. Рук хватит. Че, я в рейде? Да. Хорош. Робот. Ага. Нас тут пиздят. Вы не унывайте, вы их победите. Больше прибегут. Ну просто реги кончились, я вот бафы обновляю. Ладно, дальше вы сами, короче, я полетел. Кирс, оно только станом сбивает. А, так там механик. Коника, ты в рейд готов пойти? Да, да, могу. Вроде не лагает. Смотри, как печенька, так все отлагал сразу. Я все равно ее не заберу. Где-то там на дне. Почему не на дне? А на следующем КД будешь Коника на замене сидеть, точно не заберешь. Резист, замену хочешь послакать? Да, могу. Дальнего возьму, как обычно. Ну, народ, вставай, ты лез, блядь. Ты за привычка покажешь. Танка уронить сейчас. Мотя, а ты шею будешь брать? А кольцо? А можете все бить вот этого самого большого чудика, а не механика, который рядом стоит? Да, было бы неплохо. Ну вообще-то механика апает большого, если ты не знал. Да ничего, прожмусь. А то все туннели от механика. Бля, что там за акт... А, это там. Да-да-да. Запомните соло свой ДПС таким, завтра он уже будет меньше. Все, их сожгут на костре наконец-то. Там на 2,5% один и второй скилл уменьшат, типа. Какой? 5%.
Ну вот эти новые два скилла, которые. Доту? 2% на доту по нерфе? Целовал его. Было 5%, станет 2,5%. Было 30к, будет 29. Ты понимаешь, это не 2%, как бы, это половина, это 50%. Чё там? Все равно хуйня. Да, конечно, хуйня. Нормальные совы будут дамажить, как и раньше. Ну и тем более не половину тут на 1 на 1,75 тайную магию и природу на 1,25%. Я бы тебе сказал, что нужно нерфить сове, но, блядь, ты же такой пидорас на форум ныть пойдешь, так что я промолчу. Где там у тебя не 35-я битка уже? О, я тут точнее. Да, может, теперь сейчас будет, типа, сколько там, не 30, да, но... Ну, косаря на 2 ДПС будет, 3, может быть, край. Black Killer, ты помнишь, как мы сферы хлопали? Дайте самон. Так, чё тут, это какое, от тёмной или от тайной? Тайная. О, ладно. Black Killer, когда ты пойдешь на замену? Я быстро слетаю в танк с пятницы. Сумоньте меня через секунд 30. Это у нас две сальвы будет, да? Ничего страшного, выживем. Дамаг-то вроде стоп, все умеют. Как практика показывает, не очень. Ну, значит, научишься, выбрать невелик. Сдохнуть или стопнуть? Конечно. Там Black Killer говорит, он вспомнил. Я в нем вообще вот ни капельки не сомневался. На этом роботе панкер, котенок это спал. Тут самая главная фишка в этом боссе — не набежать на сферу вам во время перефаза. Если на вас луч, короче, вы должны сферу оббегать как можно дальше. Думаю, будет как обычно. Потому что если вы набежите, вы просто вайпните рейд. Все остальное делайте просто с рейдом, бегайте. Есть метки на гевке на мосе. Вот бегайте с ними, да и все. Да, да, да. Но если на вас луч, не набежите, ну, не набегайте на сферу, чтобы она не взорвалась. Медутку бью. А что у нас перекур, да? Да. Покурите, да. Таймер же идет. Я не вижу. А, вот вижу. 2 минуты. Алло, алло, алло. Алло. Алёшка, меня, да? Алёшка, чего можно? Привет. Привет, это Алёшка. Будет здесь, да? Нет, он отошел. Сука, ладно, я попозже. Можно и Пегастрия в рейд, пожалуйста? Пусть он босса бьет. Неликс, одевай ты 5. Мне ауру нужна. Ты будешь бегать, за моб эти взрывать, а ауры нету. Сейчас пойду и ты Гастрю вкратце расскажу, что делать. Сейчас посмотрим, что. Кого заменить. Только не сможет лопнуть. А, нету, и Пегастрия нет, уже тоже пистон, и кожев ему сюда.
Ну вот, не очень хорошо. Вот меня протопали, смущает один талант. Какой? Почему бы его не вкачать? В смысле, как это не качать этот талант? А, да, понял, о чем. Силы перепутал, это херня. Да. Ну типа смотри, я не мейн танк. Смысл меня нахиливать как МТ? Вот я хочу поменять, вот не знаю, что убрать. В смысле? Почему не будет? Его никогда не качают, этот талант. В любой ветке. Хоть как. Войт, 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 войт. Ты тут? Да-да. Алло. Да-да-да, тут. Это, привет. А помнишь, я тебе когда-то в ЗС уступил печеньку? Да-да. Как ты на это смотришь? Масса тут вроде недавно забрал. Нет, нет, то была последняя печенька на протвары. Ты хочешь, чтобы я тебе уступил что-то? Тут система по-другому работает. Если ВЭД отказывается, то значит идет следующий по приору. А не так, что... Масса, тебе придется еще 14 людям печеньку пойти уступить. Че, перерыв там все закончился? Кого мы ждем? Так, где обещанный Пегас? Айзик, куда ты делся? Вон гуся и пегастрия. Уже 4 сальва будет. Гена. Ну. Ты чё Настю не отписал? Она тебя ждет. Ну чё, я буду в рейде к ней приходить? Нет, ну пока я все... Я в рейда хотел. Пегастрия, еще раз говорю, он не может зайти на босса, у него запрота не хватает, чтобы танчить непосредственно робота. Поэтому мы сделаем почти все так же, как в прошлый раз. Только Энджи будет дамажить, а Блэк будет со мной сферы хлопать. Он может сферы похлопать. Или у него, по-моему, ДД тоже есть, нет? ДД у него прям очень слабенький. Так, чек на баф, на пул. Зато это сальва. Где япончик? Ой, не сальва. Блядь, я запутался. Массакра ты, наверное, имел в виду. Суните, я усилки. Нет, сальва, все правильно. А чё сальва? Мы две сальвы, что ли, не справимся? Ну, блядь, типа... Три на пулы есть. Два ШД из которых. Ставьте шкаф. Сейчас лагу, у меня лаги пройдут. Тык на сумму. Сейчас там пол, у тебя лаги опять стоят. Гилорус, ты тут? Я, да. А чё случилось? Тык. Ты. А чё, не хотите убить робота быстренько за час, да и РС-ку закрыть ещё?
нихуя, лучше АФК посидим. Просто мы, например, с Жуненом, да? Вторую фазу АФК стоим. Войт, у тебя. Может, ты имеешь в виду перефазы, а не АФК. Ой, не вторую фазу. Мы и мы и получается перефазу АФК стоим. И на второй фазе практически АФК стоим. Бля, сакра на вес золота. Взять Даркиса вместо Савы. Замену я не пойду, потому что падает ебаный пояс. А, у Мосса его нет. Короче, один пул сделаем таким сетапом. Дальше посмотрим. По хилам у нас все то же самое. Пятая группа и котенок. Соответственно, танки. Первая группа. Те, кто на боссе. Блэк, ты лопаешь. Сферы по центру, слева. Вот на момент пула, когда робот стоит там, грубо говоря, на месте, вначале центральная сфера, потом моя сфера, потом ты лопаешь левую. Потом уже, когда рейд сместится, где мы сейчас находимся, ты лопаешь вначале левую, потом я правую, потом уже кто-то из нас центральную. Ты видел, как мы с Энджи делаем, здесь ничего сложного нету. Бага, мы же будем это, по часовой справа, ой, против часовой справа налево вести робота, как первый пул, он побежит рандомно, дальше пулы будут к ближайшим. Ну, я помню. Сейчас сориентируемся. Первый, по этой идее, будет центрально взрываться. Первый пул будет рандомно почему-то, когда в инс заходишь, а потом они взрываются ближайшие к нему, ну, перезаходят. Короче говоря, баф. Фу, блядь, фу. Чек на баф и на пул. О, еще макбаф. Алло, Бакинер, чего не хватает? Вага, ты объяснил новеньким, кто здесь первый раз, что это? Или будет опять по 6 смертей. Котенок, смотри. Стоишься время. В кемпе рейда хилишь. Если ты видишь, что робот бежит на перефазу. И летит в рейд сфера. Твоя задача обойти ее слева или справа. Но никак не бежать в нее. Здесь ничего сложного нету. Следи просто за кемпом рейда. Двигайся с ними. Кевка, смотри просто за котенком. На тебе и на Мосе метка. А, и перед лицом босса не стойте тоже. А, кстати, забыл. Сапрот, да, сапрот нужен. У кого меньше 25 минут, лучше его обновить. Чек на пул. Блять, поставьте почту, пожалуйста. Поздно. Тыкнул. И вешайте на тех, кто сферы взрывает. Друидов касается. На алоэ, на хули. Блэк, не с рейдом. Тинкин он стопом рейд. Следующему народу. Сапроты выпейте. Я же говорю. Вот на Блэк, мою сферу лопай. Ай, бля. Не лопай, не лопай, убегай. Все, все, все. Следующий будет. Баф. Гера, дайте. Жена, поднимай фарада. Коват. И постучайно. Все переживу.
3 стака. Фаза. Центральный ближе, алоэ, не надо туда. Центральный ближе. Идем по часовой. Кир, куда уже на ход сразу? Вот. На как народ. Идет трейд туда, вот. Да. Идет. Куда поставить? Поведи уже. Уводи его с центра. Ближе станьте все, сейчас буду пробивать рейд. Народ готовься. Лапу дай. Да, первый, внимательно следите за вами. Блэк, стань левее. Кого-то на пульте. Массакра есть кого-то? Отдай. Отдал. Лопай. Рейд, сдвиньтесь немного. Сфера идет. Сдвигайтесь резче. Бестолочь. Вы, блять, Блэка запутали нахуй, куда босс ставить. Так вы что-то не ставите боссы куда надо. Вы... Никто ничего не говорил, как по-старому повел, да и... Алло, надо было просто сориентироваться и вести ближе к центральной, и все. И не надо было вести... Я спросил, куда ставить, все молчат. Ты уже увел на самый центр. Ну, конечно, я повел, но надо же было сказать, что вы по другой тактике бьете. А вообще, я не помню, как мы... Почему они сейчас доходят? Пул такой, я повторяю, первый пул он бежит далеко от к той сфере, дальше он будет бегать к ближайшим. Это просто первый пул такой, почему-то это закономерно. Дальше я помню, как мы двали в прошлый раз, но, блядь, я 100% скажу то же самое. Так как он бежит рандомно, мы ставить его можем возле входа, потому что он бежит рандомно, как вы уже сказали в прошлые разы. Это только первый пул, девка. Дальше он будет в ближайшем бегать. А, все, я понял. Я понял тебя. Типа какая-то фича нахуй у босса. Окей. Люжины сломали механику, босс. Ну, блять, да богоюзеры ебаные. Типа одно КД с вами не походишь там. В прошлый раз точно так же было, и перед этим точно так же. Он бегает все время и хер знает куда. Да я просто уверен, что я в прошлый раз то же самое говорил. Ну прям 100%. А потом все дальнейшие полы у нас были как по маслу. Правая, центральная, левая. Правая, центральная. Бафим, шустрее. Блэк, смотри. Сейчас я как понимаю танки. Держите босса, где он стоит. Верно? Он чуть ближе к правой. Сначала он должен побежать на мою сферу. А твоя это какая? Правая. Да, тогда он на твою побежит. Смотри, Блэк, вначале лопнул я сферу где? Справа. Потом с задержкой 4 секунды лопаешь ты по центру. В самом конце, когда стаки, дебафы спадают, лопаешь левую сферу. Босс, когда сдвинется, будем уже делать немного по-другому. Соответственно, я лопаю первый правую сферу, ты второй левую сферу. Дебаф спадает, взрываем центральную. Понял, Блэк? Ну, уже лучше. И главное, близко не стой к рейду. Лучше стоять ближе к этим пиларам, куда он может побежать. Не в упор, конечно, но ближе. Чек на баф, на пул.
Вайт, крикнешь? Клопы свою. Кават массакру. Дал. Лопай. Красиво, ебать. Меня зафризило, когда знаки были, и меня отрезало. Агро набирал, тоже фризило, да? Нет, я обычно притворяюсь, когда он на перефазу уходит, но зафризило. Ладно, я компнул на руку. Во-первых, с пула не напуливайте. Или вы сами знаете, когда надо напуливать? Я обычно с пула даю и подфирю. С пула никто ничего не пулит. Кават забирает босса. Потом дается на пул на того, кто следующий будет танчить. Через секунд 5-10 я говорю это. А у вас в КД 30 секунд на пул. Говорю на алоэ, коника хуярит на монорота. Ваши 3 на пула, блять, на Кавате уже. Хуй знает, чего, блять. А как ты отслеживаешь, кого они пулят? А там пишет. Есть все там. Чё, масс-рес говорит? КД масс-рес 5 минут. Рез ему народ. А, вон хилы есть. Порез. Вначале хилов. Потом прочих маны юзеров. Потом уже всех остальных. Ну, народ, спасибо, не надо мне. Вот, видите, у него почему-то закономерность. Первый пул всегда такой, а дальше как надо. А дальше еще хуже. Ну, бывает и такое. Значит, надо его спулить, заводить. Ну да, я тоже думал об этом. Да просто Неликса в жертву не принесли. Может, не я буду первый пулять? Почему? Нормально же. Одна-две тычки, и я сразу заберу. Скорее, одна. Ну, давай, я пуху. Просто я когда пуляю, я потом одну тычку отдаю, и все, и стою АФК. Ну, это потому что в тебя одна пула летели с пула. Не, у меня все время примерно 200-250 агро. Гевка, ты тут? Ой, все. Гевка. Да я что-то заметил, то что према нету. Надо было релогнуться. Дайте масс ребаф и каска. Каска есть. Чё, ты же, блядь, про товар, чё ты думаешь?
типа самый опасный. Аградер. Рада релокаться. Это для босса метка, чтобы знал, на кого срываться сразу. Каску пошёл надо дать, пожалуйста. Лой, давай это, получается, ты пульнешь, потом либо Монород, либо Лоя, а на перифазе я просто Т5 дам, когда на нем будет повышенный урон, и все. Так без разницы, как я как раз... Ну, просто проще так будет, я сразу это... Буду стоять здесь, подбегу сюда. Это самый, Фрад готов? Каску по шаманам дайте, пожалуйста. Давайте там еще каски что-то. Стоять. Девка, похилишь? Давай. Чё там, котёнок? Красавчик, котёнок, давай в сову. Паладины, каску по шаманам дайте. Сейчас дам. А смысл? Боится. Надо попробовать так. Ты крутой, Гевка. Там если ты 5, всё равно град будет тоже такой же. Нет, ты просто... Тебя ходки критуют. Да, ты крутой. Кто сказал, что его ходки критуют? Ну ты 9.3, типа, все дела. Ну я не в Т9. Плохой, короче, хил, я понял. Спекнулись. Гевка, котенок. Пожирите ману, тресните. Котенок, что стоишь? 3000 маны нормально? Сейчас, погоди, Мосса, а у тебя есть какой-нибудь символ любой? Не чтобы символ на обложение выбить. На ППшку, например. Почему ты его не можешь просто отменить, если его выбить? А. Кек. Натуре. Пул по отсчету. Вот, ближе сюда пойдет на центральный. А, Монород. Нихуя. Ну вот, не дали на пол. Хлопай. Стоп, да я уже давно стоп. Кават, сакру. Отдал. Хлопай. Что-то он забирает кават. Нелик. Япончик, Долорус, котенок. Стопните дамаг. Нелик, стоп. Давайте на пол, на кого на поле вот следующий? На воина. Да, после воина, да, на работу. Санты, стопни. Локи, стопни. Забрал на монорот. Отойди. Япончик, тоже не разгоняйся. На алоэ пульте, монород что-то далеко. На алоэ. Фаза. Чё там, долго стоять будете, фаза? Каплю отдал. Скоро там заберешь, нет?
Хлопай. На монород. Кават, сакру. Да. Хлопай. Отходите от треугольника. Сфера в рейд идет, аккуратно. Что там, забирает? Они сейф. Я тебе сакру отдал. Монород забрал. Дальше кого? Монород, стоп, мне не бей, могу догнать. Или вой. Неликс, Делорус, агро осторожнее. Япончик тоже. Войда. У меня еще стаки. Войда. Перефазы, уходите. Санте, япончик. Выше танка, по 3-2. Блэк лопай сразу. Да, не отдал. Там в танка зону идет сфера. Забрал. Валоя. Валоя следующий. Неликс. Лопай сразу, Кават, сакру. Кир сабан. Делорус сбрось. Сейчас добегу. На Алекс. Есть гимна ману, там что-нибудь еще. Тотемы. Шаманы, ставьте. Как ты отдал? Тотемы на скорость каста. Мать. Сакру отдал. Сейчас ко входу везти. Как можно дать. Народ забрал. Народ. Следующий кто? Фаза. Пошли. Дайте инерки разговор. А народ дал каплю, беги. Блэк, будешь слева лопать. Центральная последний. Так можно будет разбрось. Череп. Череп, а народ. Народ, охиньте сильно. Как он убежал вообще? Под жопу встаньте. Забрал. Неликс и пончик. Следующий войд. Вага, в чате блоку ответь. Лопай. На войдах. Захиньте кого-то. Следующие 3 стака выжил. Неликс, стритом осторожней. Япончик то я же самое. Я уже забрал, босс, отойди. А,
запуливайте на алоэ. Кават, сакру. Сальву по мне есть на снижение агро? Отдал. Сальва есть, скажешь, когда. На снижение агро давай. На войда. Отдал. Последний переживаю. Очень смогу. Дефильте. Отлично. Сними у себя. Бля, Неликс вообще ничего, блядь, не делал. Бля, он второй по агро, надо скинуть ему агро. Да похуй на него. Выйди с рейда просто и все. Если на тебя сорвется, убьешь весь рейд. А сальву отдал Неликсу. Зря. На танках пригодится. На Монрота пулит. Лопы первый. Элбрил, купол. Еще два переживу. Забрал меня. Блять! Кто сорвал? Вы три ебанули или что? Да, они перекрестием пошли и взорвались обе от меня. Жаль. А уже было финал. Вставайте в одну точку все. В одну точку сбегитесь, не бегайте, не дрочитесь по комнате. Встаньте, он убьет одним ударом. Все. Эликс. Никогда не кидайте на этого самого, блять, как он называется? На Неликса. Это сальва на снижение агро пригодится на танка, потому что танк подохнет. Да ты не понял, он был второй по агро, если бы он не скинул, ты бы сальвой себе скинул, и он бы стал первым по агро, и босс бы развернулся и ёбнул рейд. Он никак не может скинуть себе агро. Ты-то себе сальвой скинешь, а он что будет делать? У него нет снижения. На перефазе не стоит, бей. Агро не падает. Дамаг надо. Так у него не падает агро, он стопнул и не падает, а ты бей себе в процентах агро сальвой скидываешь. Потому что у него доты тикают. Кирс, бафуйтесь. Там народ сколько отошел, минут 4 рекорд. Элорус, дай шкаф. Был вторым по агро. Вышел с рейда, если бы умер, умер бы один. Как выбежал с рейда? Да, я же говорю, нормально. Если бы сорвал, просто один бы умер, и все, били бы. Че, тучкой? Не, не скидывал. А, ну да, можно еще и пару ударов перед гипелем выжить. Так что на пул на Неликс. На последней фазе просто мы можем сдохнуть, если он так умрет. Нам тогда ДПСа как раз не хватало, когда Неликс в Т-10 решил побить. Умрет, дадите ему рез или это, СС повесьте, да и все. Станет, 6 БР, думаю, можно было бы на последней фазе кому-то отдать. Пускай бьет смело, блядь, вернем его, да? Танков нету смысла на последней фазе поеду. Есть. Не наберут игру. Да после второй зарядки уже смысл теряется. Есть смысл всегда. Как набрал дофига агра, напул на него и все, и сдох, встал потом. И друиды все, дают инеры, БРы. Паладины дают сакры, сальвы, капли. Всегда ну есть смотри, как там. Ладно, вот. Всегда есть смысл. Но уже почти убили. Да завязывайте, блядь, с этой хуйней, блядь. Простой босс, дрочимся. Просто не повезло и все. Монорута забафать. 2 минуты пишет. А Хисами уже раньше в гильдии был, это тот. Да. Я всегда путал Кирса с Хисами. Что-то мне казалось, это кирсовский маг. Это не один такой. Странно почему. Кто это такой? Нормальный челик? Блэк, слышишь меня? Да, это нормальный маг. Блэк, ты тут?
на второй фазе лопай сферу левую первой. Сразу как она появилась. Когда рейд стоит на входе в комнату. Вон тебе Моса пишет, не забывай на подхил к рейду подбегать. В второй фазе, да, ты лопнул сферу, сдвинулся к рейду, чтобы тебя подхилили, вернулся на свою позицию. Главное, в войд-зоне не стой. Чек. Сопроты быстрее решайте, у кого кончились. А есть 5 сопротов, могу раздать. Энги, давай. Напишешь плюс, когда готов. Все готовы принять. Один отдал, дальше. Не, Коват, в пизду, начинай лучше ты со своим полулям агро, блядь, пула. Второй отдал, дальше. Ты тогда на перефазе, кто будет танчить, вы хоть чуть-чуть агро набейте, а то они под герой херячат и бурстят. Неликс, я тебе не дам. 4 раз дал. Просто один на пол, дайте все вначале. Кто-нибудь. Да ладно, нормально вы там менялись по 2, по 3 стака. Убери голд, я просто так раздавал. Неликс, я тебе все равно не дам. Пускай на Сантее висит. Все, сопроты кончились. Еще раз чек на пол. Чемка вы прошу. Тихонечко. Готов. Че, тебе или мне? Но. Кого говоришь? Больно. Лопай. Следующий монолог. Версу включишь на переход. Коват сакру. Дал. Народ забрал. Лопай. Ларус, пора раскинуть. Сакру дал народу. Локи сбрось. Все получили, да? Все стак получили? Да. Да. Хорошо, на лой напуливаю. Да, у меня 3. Войд фаза. Войд упал. Котенок БР Войда. Не надо, камень был. Паф обновить по нему речь. Кого-то на пульте. Близко не подводи. Близко не подводи, там сфера появилась. Да. Лопай, Блэк, сразу. Зубы полой. Пример не зыбуш. Вон народ.
Пончик, Нелик, сбросьте. Коват, Сакру. Блэк, лопай. От сферы отойди, от сферы отойди. Сфера в рейд идет. Кого-то сильный. Следующего. Сейчас, сейчас, так. Алекс, стопни. Все, готов. Япончик тоже стопни. Сколько секунд, кого? 30. Мне нужен свет, да. БКД по ОС. Сару отдал. Коста, я тебе каплю накинул. Следующая она тоже. База. Ближе к следующей, отводи. Видите, я сейчас полягу. Кто там на Эликсе полежит? Все кован сейчас. Усюп, танчу! Танчу, танчу! Алло, поднимайте, котенок. Я не наберу уж столько. Лопай, Блэк. С напулами наберешься. Котенок, БР, алло. Монарота пульт. Фера. Ну шо ж ты стрелёшь-то, пизда? Не успел. Жена НБР Орлоя. Дайте сальву, пожалуйста, пожалуйста. Лопай, массакру. Отдал. Лопай. Войда. Я сам сходил. Неликс, стопни. Ходи. 20 секунд. Капля есть, скажешь. Я отдам войду. Я скажу, когда. Кто следующий? Кават. Давай, каплю, вода. Уже была. Фаза. Давай, Кават. Да? Беги. Да. Все, готовься. Востака еще прожил. Дал шуэ. Забираем. Ярко. Последний старт. Ага. Следующий номер. Котенок. Агро. Че, под босса может все? Лопай, Блэк. Под босса останьтесь. Быстро, быстро, быстро. Ближе вставать, чтобы зафигнуть. На Монороте пули. Сакра, сальва по себе есть снижение огромное? Еще 400 как пережил. Сам дашь по себе? И ты не рискуй. Монорот забрал. Следующий год. Пассак руковат. Да. АГДшники поближе. Дартпал. Под ноги. Под взрыв не вставай. Вставай, Дарт.
Сколько у тебя стаков? Один. Я вырываюсь, ребят. Хорошо. А, чё по каплям? КД. Ребят, я тебя отдал. Манана. Он сейчас откатывается. Ребят, иннеры нужны. Манана. Купол. Лопай, Блэк. По шаманам иннеры, пожалуйста. Кова откатилась? Да. Давай. На лой, Филипч. Лопай. Дальше вы еще один. Монорота не будем резать? Еще один стак. Энжи, поднимай, Монорота. Давно пора было. Давай. На кого-то. Сейчас кого-то. Да. Да. Рибахните только друидов сразу. Скажешь, когда у Алоэ будет 4 стака, я не наберу, дам сейчас по нему. Лопай. Следующий четвертый. Я еще живу, 3-4 стака. Понял. Я живу еще. Решень КВ. Еще где-то 2 держу. Гирвок по нему дам сейчас после этого. Лопай. Я отдал Салю, подожди. Все, уже забирай. Япончик, стопай. Куда мне рывок? Ничего. Котенок, стопай. Войда на пульт. Свага, будешь по мне. Давай массакру. Отдал. Сальва на снижение игры у кого есть? Это да. Вага. Вага сдох, Вага сдох. Монород, поднимай меня. Беги, Монород. Иди похлопай сверки еще. Упал. Киньте Войда. Гевка кровата. Следующий Алоэ. На Алоэ все на пол. Сильно хильте, не проебите меня. Меня и Алоэ. Чё по каплям у вас? Купол! Есть. Кидай. Есть капля. Кидай. Отдал подкаст. Вага есть? По шторму дайте, пожалуйста, или иннер, или гин, что-нибудь. Моса, девка. Я-то. На эликс стоит. Дал шиве. Хильте сильно. На Алоэ все на пулы. На снижение агрона меня. Элбрил, следующий каст зубы, если есть. Зубы давай. Дадут? Давайте зубы, пизда. Умер. Камень есть? Под зубами. Встал. Лопай. Бадлас. Бомбу все с дейфа на Алоэ. Идите все тогда, мы сейчас на пулю. Монород просит в него на пул. Минус 3 человека. Котяна, Кэнджи и Жунайн, выйдите с рейда. Долорос, Сантей, спиньте. Япончик, выйди с рейда. Готовьте сейвы. Далеко не отбегайте, рейндж 5-6. Кават, Сакру. После этого стака надо сейвы. Отдал факту. Зубы по мне. Третьим зубы. Сейвы дайте. Дай последний. От рейда, блядь! Танчу! На Эликс. Да нахера твоя. Но не убей. Кучку. Япончик, Жунаэн, Парада, Монород следующий. Просто под... Танчи! Монород забрал! Танчи, бьем, танчи. Хилим. Вставал кому, что Кирси Дарт? Маны нет. Вот следующий раз. По шторму возложение. Возложение по шторму, гони Монаду. Подхилит немножко. 7 лямов, блядь. Купол есть? Маны нет. Да все пизда, ну.
Да, как-то так. Блять, как близко, да? А если бы отдали Геру чуть раньше? Вы начали очень с маленьким интервалом взрывать сферы. Весаемся. Короче говоря.